мы пришли в один, можно сказать, детский сад, даже не детский, а подростковый, где изучают английский язык. Одна женщина увидела нас на рынке и просто подошла к нам и сказала: «Пойдемте, я вам покажу, где я работаю. I'm an English teacher. And what do you need? Чем я могу вам помочь?» и тому подобное. Вот, в общем, мы купили на рынке немножко еды, фруктов, и она говорит: «Пойдемте на урок английского языка, я вас познакомлю со своими ребятами». Вот мы пришли, это ее вот тут вот ферма, здесь ее дом, люди здесь вот приходят, общаются. Здесь вот Марьянка играет с детками. А? Вот здесь вот проходит урок английского языка, можно так сказать. Вот такой вот у нас experience получился. Гостеприимство местных людей, конечно, тоже интересное. Вот и наш учитель пришел. Вот тут очень такое миленькое местечко. Марьянка себя прекрасно чувствует. Они здесь поют на английском, различные истории рассказывают, слушают. Вот это учитель, который нас пригласил. Дети очень рады и очень так серьезно отнеслись к тому, что их учитель позвал нас. И очень такие довольные. Так сразу кучу вопросов задают. Что да как. Вопросы про мультику «Маша и Медведи». Очень популярная здесь, кстати, сказка. Мы видели во многих домах книжки с разукрашками всякими про Машу и Медведи. Очень яркие красочные истории. What the world I'm living for, oh, oh, I forever praise your name. Speak up and tell the world about you. Speak up how they can live without you. I tell the story, what you've done for. Ребята нам решили показать, как они тут поют, танцуют, как они изучают английский язык. Интересно.